Вітаю, з вами програма «Академія спорту» на нашому телеканалі. З вами я, Дмитро Тимохін. Сьогодні ми будемо знову вас знайомити з нашими українськими і дніпровськими спортсменами. Сьогодні у нас в гостях боксер Олександр Абрамян, який нещодавно виграв ось цей пояс по версії WFC у Азія Континенталь. Я вас вітаю, Олександре. Взагалі, дуже приємно спостерігати, коли наші дніпровські українські спортсмени щось завойовують у світі, в Європі і так далі, тому подібне. Сьогодні ми, безумовно, про все поговоримо, про ваші успіхи, про ваші досягнення, про те, що, про що ви мрієте у боксі досягти. Але насамперед, де ви почали займатися боксом? У Дніпрі чи в іншому місті? Здравствуйте, спасибо. Да, я в Дніпрі почав тренуватися. Ну, я тут родився і тут почав тренуватися, представляю свій город. Вот, тренировался, у меня начал тренировать отец, как бы еще перед тем, как я пошел на бокс. Потом я тренировался у Павла Александровича Чернобая, Александра Алексеевича Сорокина, Евгения Анатольевича Бабенко, у Дорофеева, вы знаете, и сейчас у Александра Александровича Сокола. Вот, как бы вот так. Ви одразу порахували усіх тренерів, це ваша повага до них, я розумію. Да, конечно, так, звісно, кожен в мене вложив там чуточку свого, і зараз на даний момент я, ну, я благодарен їм, що как бы. А чому так багато тренерів у вас було? Там не один, ну, наприклад, там батько чи інший там тренер, а от так багато тренерів. Чи ви разом з батьком і тренерами, ну, можливо, шукали свій шлях, свій підход до боксу? Ну, отец меня постоянно тренирует, то есть у какого бы тренера я ни тренировался, мне отец помогает, как бы тренирует. Но у каждого тренера, как сказать, что видел уже, надо чуть поменять, и там другие, что боксеры, потому что постоянно с одними. Ну и так получалось, что менял тренеров. Ну, как бы со всеми я в хороших отношениях, и слава Богу, то есть, всем благодарен, всем спасибо. То есть. Ну, а батько ваш, напевно, теж займався боксом або спортом, тому що він, напевно, вас і тренує. Да, да, он в своє время тренувався в Таджикистані, он мастер спорта, чемпіон Таджикистана. Ну, потом, как бы, не пошло, не боксировал, и тренує, і зробив з мене боксера. У нас багато в нашій громаді, в Україні взагалі, батьки намагаються те, щоб їх сини повторили свій спортивний шлях, а можливо навіть і краще теж. І наші вірменські друзі, яких ви теж представляєте, теж, напевно, така родинна є направленість. Ну так, да, звісно, не можу не згодитися. Ви саме захотіли, щоб, ну, займатися саме боксом, чи це все ж таки настояв батько? Ну, отец мені показував там тренування, я ще маленький був, і я полюбив цей вид спорту, ну і зрозуміло, що отец мене відвів в секцію бокса і показав мені цю дорогу. А за що ви покохали бокс, саме цей вид спорту? Що подобається вам у боксі? Нравится все. И вот так, да, нравится. Ну, можливо, мужність? Конечно, мужество – это в первую очередь, как бы, слабый характером боксом не будет заниматься. Если человек вышел в ринг, он уже выиграл, он уже победил, то есть, ну… Почуваешь себя справжнім чоловіком? Да. И маєш чогось досягнути, так? Ну, я стремлюсь, я хочу. У меня вот сейчас пояс чемпиона Азии, вот я выиграл, и на этом не буду останавливаться, хочу идти дальше, и дай Бог, в дальнейшем возьму пояс чемпіона міра. Ну, у цій версії, мені здається, це другорядний такий пояс, але це ж теж дуже серйозна така, ну, можливо, дуже серйозний крок на шляху до інших медалей і перемог у різних, да, версіях. Звісно, це, ну, з цього і все починається. А давай поговоримо ось про твій шлях у боксі. Яка була твоя перша така перемога, після котрої ти зрозумів, я вже перейшов на ти, вибачаюсь, так, трохи молодше мене, що в тебе ось ця перемога, вона, ну, можливо, внесла до тобі впевненість, що ти можеш досягнути чогось більшого? Я завжди любив, як би, в любителях у мене були і победи, і проігриші, тобто, ну, я не останавливался, и я чемпион Украины среди любителей, мастер спорта.
И как бы перешел в профессионалы, и вот уже у меня есть пояс. Как бы не хочу останавливаться. А первые перемоги какие были? Я просто запитав. Первые победы еще так. По детям, там местные турниры как бы. То есть ты поступово крок за кроком шел до чемпиона Украины? Да, да, конечно. Ну, я выполнил мастера 18 лет по мужикам, то есть уже взрослый бокс, и там выполнил мастера. По молодежи, по юниорам, конечно, не получилось мастера выполнять. Были моменты, когда я выполнял, но присвоения не было, как бы мне не давали мастера. Ну и по мужикам я выиграл. А первые соревнования были там местные, там в Дніпродзержинске, у нас здесь в Дніпрі. Ну, с этого начинал, как и все. Ти мріяв про те, що станеш професійним боксером, чи ні? Чи це вже поступово з'явилося, твоя думка така? У мене з дитинства була ціль професіонала. Якщо у багатьох спортсменів, ну не обов'язково боксерів, у них ціль Олімпіада. У мене був професіональний бокс. А про Олімпіаду не мрієш? Не, если будет такой шанс, я, конечно, хотел бы, но у меня всегда была цель и мечта вот, перейти в профессионалы и вот, взять пояс. Пока первый шаг сделал. Вот. Ты уже провел 7 поединков на профессиональном ринге. Одразу хочу тебя запитати, чи почув ти різницю між професійним і любительським боксом? І яка це різниця? Розкажи нам. Да, разница большая. Если в любителях там 3 раунда, все надо делать быстро, там и перчатки ну, побольше, чем в профессионалах. В профессионалах маленькие, вот в моем весе 8-унцовые. То есть и удары в профессионалах пожестче, дистанция больше, вот 8-10 раундов у меня. То есть совсем как два разных спорта. Совсем иншая вытрывалисть и организму, и спортсмена. Да, и другая подготовка здесь нужна. Если по любителям надо готовиться на 3, здесь надо готовиться на 10, то есть здесь надо больше нагрузки. То есть это совсем... И иншая тактика боя, так? Да, конечно, конечно. Все потихоньку, с каждым раундом надо поднимать темп, ну, полностью. Саша, расскажи нам, как начиналась твоя профессиональная карьера? Ну, первые бои я проводил в Харькове. Вот, так получилось, что по любителям меня там заметили и просто позвали побоксировать, попробовать себя. И я выиграл первый, второй, третий, четвертый бой. И вот так пошло. То есть все было спочатку, да? Да, было. Ну, потом был один момент, что засудили меня один бой. Вот у меня есть один проигрыш в карьере. Ты рахуешь, что это было несправедливо? Я считаю, и многие считают, что это несправедливое решение, но уже так случилось. После этого я не остановился, и вот следующий бой у меня был за титул. А как организовали этот бой за титул? Чему саме ты боксував за титулы? Потому что ты перспективный спортсмен, чи взагалі як? Ну, людям, публике нравятся мои бои, как я боксирую, то есть моя тактика. Ну, мне предложили, я не отказался. І от виграв пояс. Ну, так сложилось. Це було несподівано чи ні? Для тебе і для публіки? Ну, коли мені позвонили, сказали, що буде бой за пояс, я, звісно, удивився. Вот. Ну, почав тренуватися ще більше. І... Ну, у мене підготовка перед боєм була небольшая. Ну, то я как бы я готовился. Ну, вот за пояс у мене там за 2 недели где-то. Плюс-минус мне сказали, и я вот за 2 недели набрал больше оборотов. И бой прошел всю дистанцию, 10 раундов. В казах был тогда 2 раза в нокдауне. Вот, ну, выиграл, слава богу. Как для себя можешь проанализовать этот поединок? Ну, конечно, есть ошибки, но это все исправляется. Вот. По бою, конечно, публике всем понравилось. Вот. А це головне, що все подобається. Але ж поєдинок за вже титул, за пояс – це вже інша відповідальність і інший досвід. Придбав ти досвід? Так, звісно. Ну, от, був бой 10 раундів, там я опыт отримав, зробив, проаналізував свої ошибки і зрозумів, що щось роблю не так. От. І от у мене наступний бой був в Екатеринбурге от, 2 тижні назад. От, ну, там боксував з парнем чемпіон світу. Среди молодежи по версии WBO, ну, отбоксировали в ничью. Как бы многие считают тоже, что несправедливо, что дали ничью, но ничего, тоже будет его. Это был поединок не за пояс, а рейтинговый, правильно я понимаю? Да, да, я чемпион Азии, он чемпион мира, и нам рейтинговый бой сделали и отбоксировали. А чему не за пояс?
Не знаю. Ни один, ни второй не хотел ставить пояс на кон. Как бы. У меня защита будет пояса. Защита раз в полгода проводится. Пояс я выиграл в феврале этого года. То есть еще где-то месяца 4. И обязательно защита будет. Ну, я надеюсь, что в Днепре проведу защиту. Я хочу в своем городе проводить. Есть такое желание, так? Да, у меня такое желание есть. Ну, посмотрим. Как бы защищать я буду по-любому в Украине пояс. Но вот в каком городе, пока неизвестно. А які твої майбутні плани? Можливо, ти замахнешся на щось більше, аніж цей пояс? Чи є такі плани у тебе, чи ні? Ну, є плани. Да, у мене є ціль стати чемпіоном міра. Вот. Ну, потихоньку, поки к этому йдемо. Зараз поки буде защита пояса. Дальше бои рейтинговые и потихоньку к этому подходить. Ну, я готов к вызовам, кто хочет боксировать и с хорошими боксерами на уровне. Ты выступаешь в УАЗе до 63,5 килограммов. Напевно, это будет твоя основная вага? Чи ты, возможно, будешь переходить в какую-то другую ваговую категорию? Нет, я начал боксировать в этой весовой и... Я там не гоняю весом, но не скидываю веса. То есть комфортно вот. Себя почуваешь? Да, мне 21 год, как бы, я не думаю, что у меня сейчас будет сильно вес там дальше подниматься, то есть расти еще там. Стребаты. Да, мне сейчас не 18 лет, что думать, что у меня вес этот остановился, и мне как бы комфортно в этом весе, да, я буду продолжать в этом весе боксировать. Каким ты уважаешь себе? Такі гарні риси, твоя, можливо, родзинка твоя у техніці боксу, і які твої недоліки? Ну, про недостатки це треба у тренерів спросити, тому що... Ну, сам знаєш? Ну, знаю, ну я їх справляю, так сказати, що за них говорити. Так? Да, потихоньку їх справляю, а то, що публіці подобається, то, що я атакуючий боксер, постоянно работаю на прессинг, и людям это нравится. Видовищные. Зрелищные бои, да, нравится публике, нравится болельщикам бокса, и, ну, я считаю, это хорошее. У поєдинках ти досить емоційно так боксуєш, і навіть деякі ЗМІ писали про матч, про матч, де ти виграв пояс Азія Континенталь, що ти свого опонента навіть там кидав борцівським прийомом. Чи так це було, чи ні? Ну, як ти сам вважаєш? Писали, да, за це писали, після бою казахстанські сайти писали. Вот. Но потом, когда я показал у себя в Инстаграм-странице, что это не так, я никого борцовский прием делал, я никогда борьбой не занимался, я не борец, как бы. И, ну, все извинились, поняли, что это ошибка. Ну, как бы оно в интернете остается, то, что я сделал борцовский прием, все говорят, вот. Ну, все поняли, что это было не так. То есть все нормально вже. Будь ласка, розкажи нам, Саша, чи є у тебе контракт з якоюсь промоторською компанією, чи ні? Чи це вже попереду тебе? Контракта поки я ні з ким не підписував, але от я бой провел в Екатеринбурге, последний. С ними подписал контракт, що в случае победы или ничьи, они мне дают еще обеспечить два боя. То есть, на вони це хто? RCC, компания Promotion, вот, они, эта компания мне еще даст два боя, я буду у них еще два боя боксировать. Но это как бы, они просто дают мне бои, то есть это не скажу, что контракт, там, что. Ну, на начальном этапе в ЦБ будет так, вот такой договор. Да, да, это как договор такой, да, что они дали, решение было ничья, и сейчас два боя я буду проводить там, ну, в ближайшие полгода. Для тебе є різниця, де боксувати? Чи ні? Ні. Я везде буду показувати свій бокс. Неважливо, це Україна чи за кордон? Да, вот я боксировал в Екатеринбурге, и комментаторы сами говорили, что вот Абрамян приехал и хозяйничает в ринге. То есть я 8, был у нас бой 8 раундов, я все 8 раундов показывал, что я не просто так приехал, я приехал побеждать. Тебе сприймали там більше як вірмена чи більше як представника України? Ніхто не упомянув, от, що армянин. Перед боєм об'являли, що українець Олександр Абрамян. Я как бы, здесь родился, я здесь вырос, я представляю Україну і не вижу нічого плохого, щоб мене об'являли, що українець. Это ж хорошо.
Олександр, що для тебе взагалі бокс як вид спорту? Даже не знаю, что ответить. Бокс, ну, я всю жизнь в боксе и хочу вот сделать карьеру на этом. То есть, как бы, сейчас боксом зарабатываю деньги, вот так. Ну, это тоже необходимо, безумовно, особенно в молодом віці. Але ж ти прийшов на дитячий турнір боксу. Я спостерігав, ти дуже так зацікавлено дивився на маленьких боксерів юних. Напевно, згадував себе теж. Конечно, лет 5 назад я тоже такой был маленький, вот. Поэтому, ну, интересно, конечно, если бы чаще проводили у нас в городе, это было бы еще лучше. Ну, и спасибо на таких турнирах, что дети растут, показывают себя, и это детям будет, подрастающему поколению будет интереснее, что вот он тренируется, он выступает, выиграл сегодня, там, завтра проиграл, и он старается быть лучше. Поэтому чем больше будет таких соревнований, даже матчевых встреч, то это лучше. Олександр, ти ще молодий спортсмен, у тебе є вже перемоги, хоча я вважаю, що ще більше перемог попереду. Але щоб ти вже як чемпіон, такий молодий, сказав би нашим юним боксерам, котрі дійсно займаються спортом, можливо, якісь поради, чому треба полюбляти цей вид спорту, за що треба приходити у бокс? От що б ти сказав? Ну, каждый, допустим, любит бокс или отдельный вид спорта по-своему, за какие-то свои там моменты. Вот. Ну, совет, допустим, в боксе, что не надо сдаваться. Потому что сегодня можешь проиграть, завтра там могут засудить, но не надо останавливаться, надо идти вперед. И если так надо, то ты проявишь себя через год, через два. И, то есть не надо останавливаться. Ты поймешь, что это твое. Ну вот у меня тоже в любителях были там подножки ставили, как так сказать, да, что засуживали, там где-то проиграл, но я на этом не останавливался, потому что я хотел показать себя. Рухатись вперед. Конечно, только вперед, и не шага назад. Олександре, ми тобі дякуємо за співбесіду. Бажаємо тобі і надалі не зупинятися, рухатися вперед, і щоб наші наступні зустрічі тут було вже не один, можливо, два пояси, не знаю, чи інші якісь. Буду старатися, спасибо. Більш серйозний, так. І бажаємо тобі безумовно удачі. Дякую большое. Шановні прихильники спорту, сьогодні Олександр Абрам'ян був у нас в гостях. Наш український боксер, вже професійний боксер, володар титулу Азія Континенталь за версією WFC і багаторазовий чемпіон України і майстер спорту. На сьогодні це все. Ми бажаємо всього найкращого. Побачимось у наших наступних випусках. Як завжди, будемо вас знайомити зі спортивними подіями на Дніпропетровщині і в Україні, і з нашими видатними і молодими спортсменами. Я Дмитро Тимохин з вами прощаюсь. Всього найкращого. Бережіть себе.